Больно? Да, у меня по колено еще получается. Привет! Че, едем? Едем. Отплываем. Он предупредил, чтобы он... Помалу, да, он сказал. А мы можем еще сказать потом, давай быстрее, если понравится, да? Не надо, мы будем потихоньку. Ну, цум шлюз. На следующий год оставим. Потихоньку. Просто наслаждайся, я тебя не знаю. Руками надо только держаться и все. Это Сумшус он сделал, мог бы Ганс и Фарт вот так делать. Он специально тебе не выкинул. Марсель, как у вас дела? У нас все хорошо. Лево-право, живем. Вот, там больше в отпуск не проедет. Это надо было просто видеть. Ну, это здесь нормально. Здорово. А в Жеске тоже классно. Добро. 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 Марсель, представляете, еще хочет. Потихоньку, что? Волны пошли. Короче, Марселю так понравилось, что он еще хочет. И я хочу еще. Это было самое классное из всего. Из водяных мотоциклов, из парашюта. Ну, каждый по-своему классно, но это вообще здорово, супер просто. А здесь пляж, видите, уже полностью камни. Короче, Марселю понравилось. Он, блин, первый раз на такой кайф ощутил. Аж по-русски заговорил. А? Ты еще хочешь? Тебе же страшно было. Нет? Это первый раз все ребенку понравилось, да? Оказалось долго, я правда? Я тебе папочки дал. Он пошел уже заказывать. Мы сейчас в снэк-баре были, покушали. Ну, мы пиццу покушали. Марсель хот-дог кушал. Сейчас уже разобрали, только нарезали здесь фрукты. Но не сильно выбор большой. Арбузы такой, киви были, да, сливы были.
Здесь мороженое и вот хот-доги делают. Но одно название, что это хот-доги, просто булочка и сосиски. Нужно заранее говорить, чтобы он вам это сделал, да, просто так не лежит. Омыс был, тоже сейчас уже разобрали, и пицца здесь сегодня. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается выпить пиво и радлер. Да? Сейчас, Витя, ты будешь пиво? Да. А и радлер. Yes. Одно пиво. Пиво, целый, два капут. Все капут. Пойдем в ресторан. Ресторан? Джин-тоник? Джин-тоник, да. Джин-тоник. Я не хочу ходить туда. Целый, два, на омлет и паданэ бекукла, вот со сломалось. Короче, сломалась помпа подачи. Да, водка, водка можешь. Да-да, водку, водку. Кто хочет водку в 38 градусов? О, какая у нас соломка называется по-ихнему. Лимончик, так есть лимончик. Джин-тоник взяли, короче, не пойдем мы сейчас в бар. Марсель, водички возьми себе, сына. Вот, по напиточку. Бокальчики маленькие, да? Да, сегодня поменьше, вчера 0,5 были бокалы. Сегодня стаканчики такие 0,33. Ой. Я облилась джин-тоника. Мне кажется, эти подтянули батуты сюда. Кажется, да? Жарко? Там скроз доллар стабилы. Где наше лежбище? Мы как ушли, ничего не убирали. Оставили все. Сумочку с собой забрали, что там у нас была помпа, аппараты, камера, телефоны. И маски сейчас еще пошли в номер взяли. Марсель хочет подводную съемку делать. Ну, пускай делает. Вот что-то у нас солнышко здесь малёхонький, да? Ну да. Витя Марселя снаряжает теперь на погружение. Подожди. И громче говори. Mit beides kannst du atmen. Пробуй, подожди. Дрюк сильно? Ухо завернулось. Сильно дрюк, Найна? Витя будет сильно. Плавать с масками. Мальчишки будут плавать в масках, а я так поплаваю. Смотрите, сколько... Я за вами, да. Сколько народу, вода, просто молоко. Все хотят воду, потому что очень жарко. Пляж переполненный просто. Такого не было за все наши 10 дней прибытия здесь. Чё, Марселик, как ты? Хорошо. И что тебе больше понравилось? Водяной мотоцикл, джетки, парашют или это? Все понравилось? А что там лучше? Вообще. На кругу, да? Ты рад, что все попробовал, правда? Молодец, что согласился. Ну, вообще с семьей классно, когда все вместе. Наш кружок поехал дальше кататься. Ой, вообще показалось 10 минут, как будто не поверите, минут 40 мы ездили. Это до такой степени классно. Просто здорово. Не знаю, мы, наверное, сейчас пойдем второй еще круг. Вот, ребят, на этом будем с вами прощаться. Всем спасибо, что были с нами. Оставайтесь. Завтра будем снимать. Это было хорошо? Что детям скажешь? Должны они покататься на таком? Может, мало ли кто их боится? Еще и как, да. А мы с вами увидимся уже теперь в Германии. Конечно, мы будем снимать и завтрашний день, и сегодня еще один влог буду снимать.
но теперь уже до встречи. Монтировать, конечно, уже будут следующие влоги уже в Германии. Все, ребят. Пока-пока. Говори пока. Пока-пока. Папа? Пока-пока, я же не плюну. Пока-пока.